просто не сказать привет всем. О, занято, не хочет. Рафаэль, скажешь привет? Скажи привет. Как хотите. Зачем? А, проснулся, товарищ. Привет всем. Мы приехали в Тулузу. Мы сегодня решили погулять немножечко. У нас сегодня хорошая погода. Вот, посмотрим Тулузу. Надо витхи под капот. Рядом наш городок. И у меня меньше стресса, меньше машин, долго, ничего этого нет. Потому что все это и дело я не люблю страшно. Ты знаешь Белюга? Мне бы такое спокойствие. В воскресенье спокойно, машин мало. Сикан полде можно, а папа под ватюр. В воскресенье можно приезжать в Тулузу, конечно. В субботу не желательно. И не в рабочие дни, потому что здесь вообще ужасно. Пожарная команда здесь. Вот они, пожарные команды. Квартира, господи, я в квартирах жить, наверное, не смогу больше никогда. Да, квартира, Алиса, квартира. Ну да, ты же никогда и не знала, что это такое. Allez, enfants. C'est joli, Toulouse. Oui. Вам нравится? Oui, en plus, il y a des images. Regardez, il y a une petite fille qui fait la draisienne comme Alice. Как ты раньше ездила на велосипедике, помнишь? Вон, драйзенна. А, он спрятался за папой, не видно. Вон папа детей выгуливает, мама на дома сидят. Вот на французской реальности. Скажи, ты же амин папа ки баладает ранфон. Скажи, ди папа и ли балада як лес анфон, и им ди мамон, ты та ла мезон. Скажи, ди, си арет ты французская, потому что chez nous, jamais tu es autre hyper rare que papa и балада, и мамон и repose. Арнольд говорит, удивился, услышал, что я сказала, вот это французская реальность. Он говорит, почему? Почему ты такое говоришь? Я ему объясняю, что у нас в России папы с детьми практически не занимаются. Он Алиса так наслаждается. Алиса и Рафаэль любят в город выезжать большой. Я не люблю. Всякие влечения, все, что хочешь. О, какая огромная машина, американская мойка это называется. Мы в конце концов тут все переиграли, потому что мест нет совершенно никаких. У нас нервы на пределе, мы люди не привыкшие к пробкам, как говорится. Сейчас попробуем, наверное, припарковаться где-нибудь не в самой Тулузе, а за Тулузой.
і візьмемо, мабуть, метро. Тоді буде менше нервомотательства. На парковку. Арафочка, подожди, пожалуйста, Алиса. Ты припарковалась на парковку за Тулузой. И сейчас на метро доедем до самого центра. Нам так будет проще, потому что мест не найти было нереально. Эскимас. Если вы упадете, потом не жалуйтесь, окей? Тогда нас ждите. Надо ждать папу с мамой. Окей? А почему без арта? Аккуратно, Алиса, не уходи. Такое метро в Тулузе. Красота. Да. Ай. Вроде мало. Так, Алиса, папа что сказал? Алиса, папа что сказал? Ждать. Ждать и ждать. Нет, там надо подниматься, а здесь спускаться. А здесь вот спускаемся. Али. Спускаемся. Фу. Ветер нам тут все разлохматил. Да, котенок? Аккуратненько, смотри, куда идешь. Прохладно, кстати. Догоняй. Держи, держи твои очки в руках. На голову одевай их. Рафаэль, на голову одевай. Мам на голову одела. Али. Упс, надо. Сейчас билет возьмем. Je sais pas, il faut demander les messieurs là. Ça devait être marqué. Сейчас возьмем здесь билетики. Оп, оп, оп. Сейчас выключаю. Что ж, Теда? Два дуза, сеса. Соло? Ouais, соло. Voilà, c'est ça. Для тех, кто приезжает в Тулузу, берите вот такой именно тариф, 5,50, называется Трибу. Очень удобно. C'est bon, tu payes la carte, tu payes la carte. Non, tu vas payer là, déjà? Non? C'est bon, payez la carte. Bonjour. Ça, non, non, interdit. Ah bon? Oui, c'est interdit. Pourquoi? Vous avez une carte de... De vous quoi? Avez un papier qui est ici où vous avez donné pour faire ça. Station de Lento.
машин, никаких других транспортов не видели. Не знают, что такое автобус, не знают, что такое трамвай и все остальное. Они умеют только ездить на машине, на личной. Да, Алиса? Ой, первый раз берут автобус. Алисенок,